как я могу использовать этот кризис себе во благо? Я задала себе такой вопрос. Я взяла блокнот и написала на нем 3 возможных варианта. После этого каждому из этих вариантов я написала 3 решения. И тогда у меня появился план действий. Самое главное, этот план действий осуществить в первые 24 часа. То есть нужно сделать первый шаг. Позвонить кому-то или разместить рекламный пост в Инстаграме. У вас появится план действий. И у вас появятся шаги по его осуществлению и выходу из этого кризиса. Всем успеха! Я продолжаю действовать. Likey.